Члены дачного кооператива «Конверсия», находящегося на территории поселения Михайлово-Ярцевское, обратились к нам с просьбой опубликовать документы, фото и видеоматериалы о ситуации, сложившейся на их территории. В ходе борьбы за сферу влияния на своей земле дачный кооператив раскололся на две части. Каждая из частей имеет свое правление и не желает подчиняться противоположной стороне. То есть сложилось двоевластие, недопустимое с точки зрения закона. А за что же идет борьба? Земля под дачный кооператив была бесплатно выделена военнослужащим и членам их семей распоряжением правительства в 1993 году. На территории кооператива 130 гектаров прекрасного леса, сеть бетонных дорог, создана развитая инфраструктура, газ, свет, телефон, интернет, есть магазин и храм. То есть имеется немалое имущество, которое, по утверждениям жителей, отдельные члены кооператива хотят приватизировать и использовать в корыстных целях. Они опасаются, что может начаться застройка, сильно возрастут тарифы за коммунальные услуги и другие платежи. Так, в настоящее время членские взносы составляют 1800 рублей, но жители утверждают, что в планах группы захвата поднять их до 25 тысяч в месяц. Сейчас захватят все наши денежки и будут рулить, и взносы будем платить по 25 тысяч в месяц. Нет, предоставьте нам документ. Народ требует, дайте нам документ. Какой запрос? Приноси бумагу сюда. Кто это такой? Что за человек? Что это? Вы никто! Возвратите вас! И дорогу делают, и распоряжаются нашими деньгами. Все делают без нас. И мы не знаем, куда наши денежки сейчас идут. Накоплено 20 миллионов на счету. Откуда у людей такие опасения? В подобных ситуациях всегда сложно быть беспристрастным, в особенности, когда одна сторона идет на контакт, а вторая избегает его. Когда одни предоставляют документы, а другие только обещают их предоставить, тогда невольно начинаешь задумываться, анализировать. Так нельзя не заметить, что две противоборствующие стороны сильно отличаются друг от друга и количественно, и качественно. Одна часть – это подавляющее большинство членов кооператива, их более 400 человек. Из представленных ими материалов следует, что другая группа состоит примерно из 12 активистов. Но суть проблемы не в этом. В настоящий момент сложилась неопределенная ситуация. С одной стороны, есть закон о дачных некоммерческих объединениях граждан, в котором прописан порядок смены правления, ведение делопроизводства, строительство объектов общего пользования. Говорится о подотчетности правления общему собранию и общественном контроле за соблюдением законодательства. Но нам ли не знать, как плохо в нашей стране прописаны законы и как легко они в результате обходятся? Было бы желание. И внутри любого кооператива в обход решения общего собрания может появиться самостоятельная группа, объявляющая себя новым правлением. Это по всем приметам и произошло в кооперативе «Конверсия». Предприимчивая команда решила провести газификацию второй очереди и профинансировать ее за счет кооператива на сумму 13 миллионов 150 тысяч рублей. Руководителем этого проекта сам назначил себя Милованов Станислав Александрович. Люди в массовом порядке обвиняют его в нарушениях. Выступить на камеру и отклонить эти обвинения Станислав Александрович не пожелал. Это весьма показательно. Пойдемте отсюда. Очень простой. Да, очень простой. Члены кооператива предоставили нам информацию об этом человеке, не связанную с кооперативом «Конверсия», но не особо украшающую его биографию. Так, в 1992 году Милованов был заместителем генерального директора по маркетингу холдинга «Микродин», а с 1993 года заместителем генерального директора по маркетингу и информатике автомобильного завода «ЗИЛ». Известно, что в 1992 году группа «Микродин» приватизировала «ЗИЛ» и распродала часть имущества завода, а через несколько лет «ЗИЛ» был перепродан правительству Москвы за более высокую сумму, чем куплен. В 1993 году «Микродину» достался пакет акций ПО «Моторостроитель» бывшего завода имени Свердлова, одного из крупнейших предприятий на Урале. Через несколько лет и этот пакет был выгодно перепродан. А в 1995 году «Микродин» приватизировал бывший на тот момент рентабельным завод «Химволокно».
Новые владельцы перевели сбыт под контроль офшорной компании, и уже через 2 года предприятие лишилось оборотного капитала. В начале 2000-х, после Москвы и Урала, о Милованове заговорили в Ростове-на-Дону. На странице интернет-издания журналистских расследований приводится заявление в управление ФСБ по Ростовской области от генерального директора предприятия «Донгаздобыча» о рейдерском захвате этого предприятия с целью личной наживы небольшой группы лиц, среди которых назывался и господин Милованов. Дело это довольно широко освещалось в прессе, но некоторым журналистам пришлось письменно обратиться в Генеральную прокуратуру в связи с имевшими место прямыми и косвенными угрозами в их адрес. После этого Милованов участвовал в ряде других выгодных проектов. Зная всю эту подноготную господина Милованова, члены кооператива «Конверсия» боятся, что и их кооператив постигнет та же участь, что и вышеперечисленные компании. Информация, которую нам дали жители, находится в открытом доступе и никем не опровергалась, хотя известно, что Милованов часто выступает в качестве иста в различных судебных инстанциях, требуя в основном удовлетворения своих финансовых претензий. Другим борцом на этих баррикадах является Коньков Владимир Васильевич. Не будем углубляться в его биографию. Она тоже богатая и разнообразная. С одной стороны, он призывает противоположную сторону к парламентским методам ведения диалога. Выкладывает на сайте кооператива объективный анализ сложившейся ситуации. Предлагает согласовать и выбрать сильную команду, которая будет защищать, как он пишет, наши интересы. Но на деле согласование происходит далеко не со всеми. Новая команда, в создании которой Коньков принимал непосредственное участие, пытается защищать интересы только своей небольшой группы. Неубедительно звучит его обвинение в адрес второй стороны, которую он называет «вопящими крикунами», в том, что ею движет жажда наживы. Во-первых, до сегодняшнего дня подавляющее большинство членов кооператива не получило от правления ни копейки, а наоборот, вкладывало собственные средства в виде членских взносов и других платежей. А во-вторых, когда люди выступают против роста всевозможных выплат, то это не жажда наживы, а естественное желание сохранить свой уровень жизни и допустить упадка. Это прекрасно понимает и сам Владимир Васильевич, поэтому и не желает открыто высказываться на камеру. Такое расхождение слова и дела не способствует доверию людей к нему. Единственным из этой группы, кто не побоялся открыто ответить на вопросы рассерженных членов кооператива, был Вадим Юрьевич Чайко. Ему досталось за всех остальных, ведь он формально является председателем от этой группы. Есть желание уйти от той ситуации, которая есть, когда в поселке находится разногласие и непонятная власть, как для одной стороны, так и для другой. Я сейчас без конкретных фамилий. Для этого есть предложение, которое было озвучено еще в мае месяце, о том, чтобы со всех, скажем так, назовем в кавычках, противоборствующих сторон, делегируются люди, созывается общее собрание, проводится общее собрание, на основании подготовки к общему собранию выдвигаются кандидаты, члены, в том числе правления и председателя, и спокойно голосуется очное общее собрание. Но большинство членов кооператива выступают против Чайко и считают, что он не имел законных оснований для занятия должности председателя правления. В мае 2016 года было проведено внеочередное общее собрание, на котором присутствовало более 300 человек. В повестку дня были включены вопросы о прекращении полномочий бывших и действующих председателей правления. Полномочия Чайко были прекращены, а председателем правления в третий раз подавляющим большинством голосов был избран Возный Сергей Иванович. Все отражено в актах, где расписывались каждый член кооператива.
Кроме того, был проведен опрос членов кооператива об их участии в голосовании по избранию Чайков председателем правления. Согласно опросу, 276 человек письменно подтвердили, что не участвовали в данном голосовании. Однако Чайко свои полномочия складывать не собирается. Из-за этого в поселке нет реального управления, царит хаос. Прекращено обслуживание Сбербанком расчетного счета кооператива. Не производится инкассация денежных средств. Все деньги остаются на руках у Чайко. Расходы стали скрытыми от учета. Они не согласовываются с членами кооператива в установленном порядке. Официально назначенный помощник председателя, комендант и дворник в течение нескольких месяцев не получают зарплату. Зато появилась новая охрана в дополнение к существующей и новый управляющий с неплохим окладом в 60 тысяч. Он работает по полдня два раза в неделю. С ними заключили трудовые договора, подписи на которых не удается идентифицировать. Все отказываются. Да, принеси протоколы все, принеси эти опросники. Кто тебя выбирал? Вот пока мы стояли, уже 15 человек прошло, и все сказали, и все что вас не выбирали. Никто за него не голосовал. Они вам, вам предоставят эти документы? Не предоставляют, они не приходят. Вот два суда, он не приходит, ничего не подает. Он не приходит в суд. Да, не приходит на суд, они боятся, потому что у них документов нет. Ни оригинала устава нет. Так это печать липовая. Вы печать заделывали, а как у вас печать? Печать не передавала. Сейчас где печать несем документы? А кто вам дал печать? У нас есть тоже документы. А кто, вы подделали печать? Вы же подали в суд, что вам не осталось. Оригинал у нас. А где же она у вас взялась-то? Вы тянете суды, чтобы вот сейчас пока рулить, захватить. Как видим, чем дальше, тем спор разгорается все сильнее. Вести парламентский диалог уже удается все меньшему числу граждан. Смогут ли у всех сторон выдержать нервы до юридического разрешения ситуации? Дело рассматривается в суде. Но будет ли суд справедливым? Об этом мы расскажем отдельно. А пока появились свидетельства об угрозах в адрес отдельных жителей. Люди постепенно приходят в отчаяние, начинают терять самообладание, причем с обеих сторон. Со стороны меньшей группы была попытка подкупа журналистки, чтобы она не публиковала свои материалы. У многих жителей большие претензии к члену кооператива Люляеву Александру Владимировичу, который не умеет держать себя в руках и призывает к несовместимым с законом действиям против несогласных. Зафиксированы случаи рукоприкладства, порчи имущества и поджога. Документы, подтверждающие эти факты, есть в местном отделении полиции и в пожарной службе. Заводятся уголовные дела, но каким-то образом все сводится к нулю. Подошел язык компании Люляев. Он ударил. У меня было сложнейшее сотрясение мозга. Я 3 недели лечилась. Сейчас еще нахожусь на лечении врача. Была госпитализирована в больницу на Каширское шоссе. Вот. У Лены внуки в стрессе, в страшном стрессе. Маленькие дети до сих пор боятся выходить на улицу и гулять. Уже помимо ничего этого еще и другие дети были, потому что здесь и дедушка был с ребенком, и женщина с грудным ребенком. Ну, детская площадка, приходит. Мы сделали заявление в интернете. Да, вот живет и здравствует. И, да. И никакой информации о том, что он действительно потерпевший, да, нет у него. Ему ни в одном медицинском учреждении не выдали справку о том, что он избит. А у нас справки есть, да, что он нас покалечил. Приведенные факты говорят о том, что в поселении Михайлово-Ярцевское не все благополучно с правопорядком. Хотелось бы, чтобы это не осталось без внимания вышестоящих структур. Мало того, не соблюдаются установленные законом порядок заключения договоров и расчетов с подрядчиками, ведение делопроизводства, установление тарифов и расходование средств кооператива. Сейчас идет передача всех видеокамер охране, которая была незаконно повешена около нашего магазина. И все члены кооператива, которые сегодня собрались, более 100 человек, согласованы ее все с полицией сняли. Сейчас составляется акт, что камеры не повреждены, все номера камер записаны. Идет передача камеры законным владельцам. Факт снятия камер зафиксировала полиция. У многих от такого хозяйствования не выдерживают нервы. Нормально жили, нормально работали. Пока наша территория не отошла к городу Москве. После этого образовалась группа во главе с Миловановым, Коньковым, которые хотели, вот он сзади меня стоит, этот Милованов, серый кардинал.
он, оказывается, тут газом занимался, когда газом занимались совсем люди еще в 95-98 годах. Сейчас у них большой интерес рейдерского захвата. Большой интерес. 20 гектар земли под лесом находится не в распоряжении дачного кооператива. Газовое хозяйство, бесхозность 95-98 годов. Дороги, они в собственности кооператива, но их можно спокойно перевести в другую собственность, форму собственности. Эти люди во главе с Коньковым, Миловановым, Чико, которого только что мы беседовали, они свято видят, чтобы сделать из этой организации не дачный кооператив, а какую-то коммерческую организацию, с помощью которой можно получать дополнительные для себя доходы и ничего не делать, потому что у нас все есть уже. Все есть. Здесь дойдет до Хованского кладбища. Военных очень много здесь. Но все может быть. Большинство членов высказываются за ту систему управления, которая была бы им подконтрольна, учитывала их мнение. Все устали от взаимных обвинений и оскорблений. Так меньшинство упрекает правление большинства в неспособности оторваться от кормушки, но при этом развешивает оскорбительные для всех остальных членов кооператива листовки. С другой стороны, меньшинству уже удалось поставить своего председателя правления. Здесь бы и закрепить работу в законном русле, но новому правлению это не всегда выгодно. Как же в таком случае можно обвинять в нарушениях других? В основе этого конфликта лежит желание группы, я бы сказал, таких агрессивных или еще резче сказать, хищных людей добраться до земли в московской черте, до газа, до денег, до кассы. В кассе кооператива есть кое-какие деньжата. Они вынужденно накопились в связи с тем, что наше правление парализовано и деньги расходовать не может. Нам надо много работ выполнять. Но из-за этого коллапса мы парализованы, деньги не расходуются, накапливаются. У этой группы наших противников, у них личные корыстные цели. Вот здесь подъезжал, но уехал Коньков Владимир Николаевич Васильевич. Он мне лично говорил, что рядом с конверсией, тут недалеко, есть земли, гектар 120, по-моему, по памяти, на которых они с товарищами хотели построить дачный поселок. Но для него нужен газ. Ближайшая точка подключения – наш кооператив. Но она должна быть транзитная, и давление должно быть преобладающим или для того, чтобы до этого нового поселка газ дошел. И мечта была реконструкцию редукторов и прочих тут систем сделать за счет нашего кооператива. Мы не возражаем, чтобы вокруг люди жили хорошо и счастливо, и благоустроены и так далее. Но пусть кому что-то надо, делает это за свои деньги. Никто из наших членов кооператива не рвется ни к деньгам, ни к газу, ни к чему, но готовы оказывать помощь во имя общих, так сказать, целей. Проводились незаконные собрания. Вот то есть это незаконное было мальчик. Что значит незаконное собрание? Суд решит, если это будет необходимо. Я считаю его незаконным. Когда мы собрались 300 человек, ну, и вот проголосовали за, это было незаконно. А когда я лично видел, когда вы вот такую пачку опускали в урну бюллетеней, это было законно? Это было как? Объясните народу, что я это объясню, было. Что я лично это видел, я могу поклясться. Вы сейчас обманываете. Это хорошо, выбирался председателем Чехии. Это вы всегда избирали. Я еще хочу такое выпускать. Я это видела. Тамара, ну не кричите. Перекрестите. Да, ну сколько можно уже, надоело. Ситуация обостряется. Что должно случиться, чтобы местная власть, руководство Троицкого округа, глава Михайлово-Ярцевского поселения Верещак, прокуратуры города Троицка обратили внимание на ситуацию в дачном кооперативе «Конверсия»?